Да. Мягенько они с ним, конечно, разобрались. Парищ. На связи президент и Совет национальной безопасности. Президент. Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Нет, но мы получили данные о его производителе бомб. Ситуация развивается. Развивается? Так он у вас или нет? Команда Дельта только что взяла его. Посылаю вам запись. Что с ними сейчас? Они задержали Волка, однако секретность была нарушена. Генерал, говорите или нет? Им придется пробиваться к точке эвакуации с боем. Генерал, я хочу, чтобы этого Волка взяли живым, несмотря ни на что. Эти ребята должны вернуться домой. Так мы уже взяли, уже ничего не так. Эй, ну это не та пушка. Так. О! А если я сейчас пальну? Металл 01, точка Хаммер. Ждем сигнала, прием. На площадке! Дым на блоке! Разберитесь с целями к северу от этого места! Стреляйте куда угодно, только не слишком близко к нам! Вас понял, Металл 1, прикрываем. Ну, бабах, блин. Вот это тоже нормально. Блин, как же это круто, бомбежка вот эта. В яблочко. Продолжайте стрелять! Да не, долби, долби. Огонь по целям. Ладно, будем вот этим. Вахами, цели поражены. Спасибо за помощь. Еще давай, еще хочу. Давай же, ну ёп. Там двоих сними, давай. Вот. Оки-доки. А чё, русские так не могут, что ли? Мне кажется, они тоже так могут. О, вон туда надо. Так, они отступают! Вперед, вперед! Ликвидирую цели, Металл 01. Лежит близко к вам. Повторяю, близко к вам. Так. Ага, подшарился. Троих с ним. Нам вот тут по своим не пальнуть бы. Так, вот этим сейчас надо. Враг на фланге! На фланге. Ну все, я снял с фланга. Долби, долби. О, шикарно просто. Ну, блях, нахуй. Повернуть не могу. Сейчас бабахнем вот этим вот. Сейчас. Разрешаю огонь по зданиям, захваченным неприятелем. Экипаж, даю разрешение на огонь по угловому зданию. Ну ты, блин, повернись. Надо накрыть их чем-то покрупнее. Так. Да блин, да во, сейчас бомбанем. Ну. Да нет, за что еще могу? Ракеты,
Все. Хана нашему беспилотнику. А может и есть пилотник. Пилот. Это я не знаю. Так. Где пулемет? Ну тот, что ли? Бабах! Болтовка. Да ёб... Да я ж попал. Ого, там пробивает нормально-то. Ну, я думаю, все-таки сейчас возьмем автоматик. Все, погнали. Кто это у нас? Трунк какой-то. Ой, трук. Пошел, идем. Настоящая военная операция. Там своего, что ли, снял? Опа! Бля, муха. Так и знал. По тачкам стреляет самый верный, самый лучший вариант. Блин, круто, что здесь все-таки есть какие-то разрушения. Флаг нельзя срушить. Ну, конечно, американский. Там бомбы скидывают офигенно. Топали. Вау. Отметил. Ой, что это? Ой, блин, ну это вообще... А, прилетел на небеса уже, да? Так. Площадка в двух километрах к северу. Давайте поживее. Да я долблю. Камеры, поехали. Архамер, это Юниформ 6-2. Выдвигается. Вот это было близко. Гриш, тот 50-й на тебе. Уже. Блин, я перезаряжаюсь. Своим бы не попасть. Резкий поворот влево! Вражеская техника. Нужно вести огонь. Ухожу влево! Да уходи, уходи. Разберитесь с ними. Только мой пилот куда-то, блин, хрен знает куда. Правее, нормально. Во, по этим. По вертолетам долби. Да... да я стараюсь. Во.
Да убираю, блин, убираю же. Ну. Я успел. О, башня, долби в башню. Да ёб парасете. Ой. Опа, вот это. Чё? Не понял. Чё такое вообще? Чё такое, ладно. Так, из чего-то надо накрывать. Я вроде подбил. Баба. Вон самолеты наши летают, видимо, да? Ладно. Ой. Погнали. Да блин! Ой. Пипец, дайте пушку мою, вот. Ой, идем, идем, давайте. Куда-то надо идти. Туда что ли надо кинуть? Сейчас будет бомбить. Сэндман. Ну нормально, чё. Метки, однако. Они отступают, смотрите, видите, да? Вот это бабахнуло. Не понял, туда что ли? Или подальше? Ну, давайте посмотрим. Вот вертолета нет, наши. Сейчас еще дым надо будет кидать, да? Ну я дымом хотел отметить. Ты чё, нормально, почему не продержит? Офигеть, там танков. Продержимся. Ну, давай дым таким. Дыма нет, говорят уже. Говорят, чтобы накрывать всех, кто северный на, кто севернее нас. Да она сейчас вообще упадет. Ой, блин. Обалдеть. Самолет летит. О, все, бомбы пошли. Вот это. Вот это вот просто фейерверк. Так. А, ну все, да. Упала башенка. Я думаю, многие мечтают